Друзья, добрый день. Меня зовут Лысенок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы с вами находимся в Греции. Регион Неокаликрация. Это поселок. Будем осматривать с вами отель Малиас. Это две звезды. Вот он. Он находится в самом поселке. Мы недалеко от пальчика Кассандры находимся. До моря, видите, здесь совсем рядом. Отель небольшой. Судя по всему, это ресторан сразу. Тут же бар. Данный отель стоит 1153 на завтраках на 11 ночей с вылетом из Минска и 1300 на двухразовом питании. Небольшой бассейн, шезлонги. Ну, так как он в городе, сами понимаете, городской отель, поэтому рядышком вокруг вот соседние отели, соседние здания. Это наш отель с вами. Тоже соседний. $213 superior. Сейчас я... К сожалению, ванная комната, света нету. Плазменный телевизор, кондиционер индивидуальный. Две кровати. Третья кровать. Вид на отель и на соседние отели. Балкон большой. Номер 208, тип номера стандарт. Здесь одна кровать, здесь максимум 2 человека размещения, а в Superior максимум 4. Все то же самое, плазменный телевизор небольшой, кондиционер, покрытие плитка, балкон большой. Угу. Здесь, видите, дорога, она довольно-таки, может быть, оживленная, поэтому может быть шумно. И море. Ванная комната, здесь есть ванна. Фен. Чистенько, аккуратно, только ванночка такая очень маленькая. 224 сьют, он еще делается. Большой. Плазменный телевизор, большая кровать, мебель новая. Санузел свеженький. 226 Superior. Плитка. Ванная комната небольшая. Здесь есть небольшая ванна. Душ. Холодильник, плазменный телевизор, чайный уголок. Кондиционер индивидуальный. Большая кровать. Комфортный номер. Балкон. Средний. И опять-таки дорога оживленная. Будет шумно, поэтому имейте это в виду. И море. Боковой вид. Тип номера стандарт. 229. Одна большая кровать. Покрытие здесь опять-таки плитка. Кондиционер индивидуальный. Большой плазменный телевизор. Полотенце. Пожалуйста. Ик. Балкон. Видите, эти номера уже выходят на внутренний двор, и здесь уже будет тихо и спокойно. Так что решайте сами, что вы хотите, на дорогу или на внутренний дворик. Ну, конечно же, здесь будет тише.
все то же самое. Небольшая ванна.